Здравствуйте, дорогие друзья, с вами, как всегда, я, Russian Fear, и мы с вами продолжаем играть в No Man's Sky, изучать галактику и вселенную. Высадились мы в последней серии на планете. И нам надо до плиты, видимо, дойти. Или нет, мы все-таки ее изучали уже. Да, мы изучали эту плиту. Просто сохранение нас выкинуло сюда. Так, это у нас просто скала, да? Да. Это просто скала. Так, эти вот дракончики, да-да-да, помнится, было такое. Так, ну что ж, нам надо, по идее, изучать эту планету начать. Потому что она пригодна для жизни, насколько я понял. Так, и взлетный ускоритель у нас пустой, да? Без зарядки нет плутония. Ну, пойдемте искать плутоний. Он же где-то должен быть, наверное. Да. Возможно, где-то есть. Но пока мы его не видим, да? Вот он, плутоний, кстати, у нас. Прям перед носом растет. Побольше соберем. Так, и все, да? Больше тут вокруг нигде нет плутония. Но поблизости я не наблюдаю его. Вот еще мелкие. Остаточки, так скажем, плутония, ну, которые, надеюсь, нам помогут. Так, тут у нас что снизу? Тоже непонятно, да? Вот эти вот странные какие-то арбузы. Непонятно, на что они похожи вообще. Далеко убегать не будем. Нам предлагают полететь дальше. Но я все-таки предпочел бы, мне кажется, на этой планете осмотреться. Для начала. А вот тут уже нагревается, да? Так. Плутоний. Зарядились. Давайте осмотримся, что еще на этой планете у нас есть. Ну вот, кстати, и долго осматриваться не пришлось. Какая-то станция. Заброшенная, по всей видимости. И начинается буря, да? Ну, в принципе, нам пофиг. Мы будем же в станции. Это меня кто-то... Или что? Что происходит? А, вот. Какая хрень меня бьет. Почему я не могу достать? Здесь могу, а здесь... Здесь не могу, да? Ну ладно, давайте. Корвакс относится к нам лучше, но нас покусали, да? Сверху ее как-то никак не зацепить. Отношения с корваксами у нас улучшаются. Так, ну этим мы еще займемся. Давайте на плутоний проверим. Все это дело
А, ну вот, здоровье у нас сейчас восстановиться должно, да? Давайте осмотрим дальше, что интересного еще есть на этой базе. Да, тут, в принципе, больше ничего и нет, да? Восстановит щит. Ну, давай щит тоже восстановим, конечно, чё. Плутоний нам нужен. Так, эта фигня не работает. Вот тут мы вроде бы все обыскали. Пойдемте к этой круглой штуке. Это была словно живая рана, алая с рваными краями, как будто это нечто вырвали из другого организма, нужно было пройти мимо. Думаю, воздух этой планеты давно пропитался инопланетным зловонием, но проверить это было невозможно, да и мое любопытство было уже не остановить. Было ли это нечто живым? Его поверхность оказалась влажной и упругой. Затем существо стало подвижным и медленно поползло прочь, перебирая ресничками. Не нужно было его трогать. Давайте проанализируем. И нам дали какие-то данные? А нет, новая технология. Нам еще до этого рано, насколько я понимаю. Так, эта хрень тоже не работает. Где наш корабль? А планета оказывается горячая на самом деле, насколько я понимаю. Или нет? Но все-таки бури здесь присутствуют. Давайте еще полетаем. Может быть, найдем все-таки наконец-то станцию, на которой нам можно уже будет обосноваться. Но вот на это... Эта станция вряд ли похожа на ту, на что на которой можно обосноваться. Но все-таки... Возможно, опять поторговать получится или еще что-нибудь. Привет. Математик. Радостное приветствие электронной формы жизни вдруг стихает. Она открывает свои персональные данные. Огни маски размываются, а потом в ее внутренних системах возникает сбой. Столбцы данных показывают, что запас энергии стремительно истощается. Существо смотрит на меня, надеясь на мою помощь, и медленным отчаянным жестом указывает на собранные мною ресурсы. Ну, нате вот. Тами. Существо медленно... Вставляет элемент в отсек на бедре, оно начинает работать. Подавитель токсинов. Замечательно, кстати. Слова у него также можно изучить, да? Ох ты. Ну да. Ну да. Мультитул на 13 ячеек, да? А у нас 11. Давайте посмотрим, что здесь есть и что нам не хватает. Скорострельность, тау, ударный урон, система охлаждения и боевой усилитель, да? А у нас боевой усилитель есть? Есть. Ну вот ландшафт у нас быстрее разрушает, да? Но все равно ячеек в нем больше. Значит, надо брать, я думаю. Коли ячеек больше. Ну и давайте сразу же здесь торганем тогда. Коли есть аванпост. У нас есть что продать? Антиматерия. Так, понятно. Плутоний. Тамий. Что-то у нас ни черта нет, да?
А, ну нас же убили, точно. Откуда у нас что будет-то? Ну, давайте энциклопедию прочитаем. Анализ технологии. Ускоритель перезарядки. Неизвестно, был ли он у нас уже. Плутония заберем на всякий случай. Плутония тут немного. Знакомство с инопланетянами. С 8 познакомились, да, мы? Пойдемте подальше. Посмотрим еще, что есть. И вот шторм, да, прям нагнетает обстановочку-то, шторм на планете. Ух ты, какая комната. Я такую не видел еще ни разу. Так. Радиомачта. Давайте взаимодействовать. Отправленный давным-давно автоматический сигнал бедствия. Похоже, остался без ответа. Если мне удастся подобрать код, скорее всего, я смогу извлечь его координаты. 126-24-120. Так. 126-24-120. Ну, так. Это как у нас должно быть? Давайте считаем. 24-120. 120, ну, если так считать, то есть получается через 2, что ли? А, нет, через 1. 1. А, нет, опять же, не через 1, 6, да? 120. И следующее у нас должно быть 180, получается. Логично, если быть. Нет, нет, значит, я в чем-то лоханулся. Либо я нелогичен. Так, тут у нас выход, да? Были мы там. А вот здесь мы еще не были. Вот в этой большой штуковине, да? Ну, я думал, что шторм будет хуже, а на самом деле-то и не так страшен шторм на этой планете. Я думал, что прям от бури будет пригорать у нас. А оказывается, что нет. Привет. На максимум мне дал, да? Так, так, что мы можем? Ну, давай поговорим. Божественный Атлас. Электронная форма жизни испуганно отвлекается от работы. Она вежливо приветствует меня, но увидев мой плазмомет, начинает вибрировать от страха. Ее голос искажается, а маска заполняется размытым красным светом. Существо явно хочет вернуться к работе, но оно слишком напугано, чтобы отвернуться от меня. Чем больше я пытаюсь его успокоить, тем больше бедное создание дрожит от ужаса. Так, ну оставим его в покое. И что она мне дала? Новая технология. Защита от переохлаждения. Ну, это здорово, что я могу сказать. Спасибо, конечно. Так, ну что, я думаю, мы задержимся на этой планетке. Давайте сохранимся. То, что здесь у нас вот мы нашли терминал для торговли, что уже немаловажно. Защитный осколок нафиг нам не нужен. Сохранимся и давайте попробуем найти какие-нибудь полезные ископаемые, наверное, в планете. А возможно и того получше. Например, какую-нибудь базу, где мы можем поселиться.
Так, корабль наш тут. Все на месте. Планета чересчур горячая, похоже. Мне так кажется. Так, новый мультитул, в принципе, неплохой, да? Сюда у нас Тами. Тами у нас мало, да? Тами мы отдали. Но если что, защитный осколок сюда канает, нет? Нет, сюда надо гель, да? Энергетический, насколько я помню. А если нам создать гель? Как-нибудь... Обходной чип. Но это уже хорошо. Углерода 100 нам надо. Давайте тогда выйдем из корабля и пойдем надыбаем углерода нам. Углерода, я думаю, тут дофига должно быть. А вот, кстати, плутония маленько. Так, углерод. Давайте вот так попробуем. Да. Оксид железа. Нам кто-то подлетел. Им что-то не понравилось, да? Давайте арбузы там уничтожаем. Нам углерод нужен, извини. Я не хотел. О, господи, ты ко мне что бежишь? Ты злой, я знаю, ты меня уже кусал. Защитный осколок. Ну, давайте скинем на корабль что-нибудь. Гипердвигатель, варп-ячейка. У нас есть варп-ячейка, да? Ну, в принципе, нам прыгать пока и не сильно-то надо. И у нас тут пушка. Железо Тами надо нам еще, чтобы починить нашу пушечку. Плутоний давайте скинем на корабль. И защитный осколок. Ну, вот это тоже. Ну и, в принципе, варп-ячейка нам тоже не особо нужна. Тами. Злая бяка, уйди от меня. Ну вот, еще и буря. Так, мне надо углерод. Дайте углерода. Ты за мной все бегаешь, господи, достало уже. Странное животное, которое за мной носится. Ну да, так я углерод буду до послезавтра собирать ходить тут. Из этих арбузов. Начинается буря, давайте зайдем вовнутрь, наверное. Так, теперь, что бы нам сделать? Вот эту. А, нет, варп-ячейка же нам не нужна. Она у нас есть, да? Нам надо вот что. Нам надо углерода еще. Тут у тебя ничего не растет. Это понятно. Вот. Углерод. Что там, как дела? Буря прошла? Нет, шторм. Ну да, планета не такая уж и хорошая, как я думал. Не такая уж и дружелюбная, так скажем. Так, опять этот засранец, который меня бегает, все покусать хочет. Нам надо где-нибудь по-быстрому надыбать углерод. Ну,
живых этих вот я не хочу убивать, трогать. Давайте вот отсюда вот углеродик добудем. Ну вот, я думаю, нам уже будет достаточно. Платина просто заметил, не мог не взять. Давай, побежали. Нам надо сделать. Скрафтить одну штуку. Куда полетел? Заходи внутрь. Отлично. Так. Ну пока заправим вот так вот. И создадим один. Пока он нам очень нужен будет. Я думаю. Требуется обходной чип. Это чтобы звездолет вызывать. Понятно. Ну что ж, полетели дальше пока, наверное, я. Думаю, что мы найдем что-то еще на этой планете. Вон там вот где-то корабль взлетает. Может, там как раз и есть какая-нибудь интересующая нас база. Изменение погоды. Буря заканчивается. Нам бы вот где-нибудь поселиться бы. Но я лечу вот на эту прямую линию в данный момент. Я не знаю, что это и от чего это осталось, но я думаю, что это что-то важное. Это, скорее всего, орбит, наверное, я думаю. Или что, непонятно, что это вверх-вниз такое летает там. Телепорт, может быть, какой-нибудь. Что-то пока баз я больше не наблюдаю. И просканировать ничего не могу найти, да? Все ненужное показано. Давайте снизу посмотрим, есть что нет. Вроде ни черта и нет, да? Судьба ведет дальше. Что меня хотят дальше все-таки закинуть? Я уже думал обосноваться здесь, на базе. Ну давайте, хочешь дальше? Что нам надо? А я не понял, что он от меня хочет. Отражающий, так, так, так. А карты я тут не вижу, да, никакой? Короче, тоже планета, дай божи, да? Давайте ускоримся, наверное, маленько. Хочу увидеть что-нибудь интересное и ни черта не вижу.
приземление. А куда мне приземляться? Тут непонятно, что происходит подо мной. Вот какой-то вопросик. Давайте к нему сядем. Тоже какая-то космическая станция, большая довольно-таки. Баллон, кстати, который нам и нужен был в свое время. Давайте на корабль закинем его. Куб. Тоже, кстати, который, я посмотрел видео, нам будет нужен. Так, ну что, пойдем поговорим. Привет химикам, как дела? Вижу, тебя удивляет то, что я знаю твой язык. У меня много талантов, но в первую очередь я ученый, знаток множества разных дисциплин. Изобретатель, инноватор. Плюс ко всему, я в данный момент ищу работу. Так, понятно. Ну, у меня пока нету базы, куда тебя поселить. Я бы с удовольствием. Что у них тут продается, покупается? Давайте глянем. Ну, защитная от сколок по хорошей цене, но гекский амулет. Но гекский амулет я решил, что я оставлю себе. Там он будет нужен для прохождения миссий. Так, с 10 инопланетянами мы уже познакомились. Ну, наверное, это хорошо. Давайте базу мне какую-нибудь дайте. Я на ней поселюсь и буду жить долго и счастливо. Чё я мотаюсь туда-сюда по галактике, так сказать? На месте бы уже осел и все, и сидел. Естественно. И пойдем узнаем, что нам могут тут рассказать. Есть кто? Тут никого и нет. 1000 кредитов. Фокусировка луча Тау. Понятно. Мы уже, по-моему, это знали. Тут все пусто. Полетели дальше. Что-то ничего нам не показывает по-хорошему. Галактическая карта. Ну и где она?
Нам надо вылететь, наверное, отсюда, чтобы я открыл галактическую карту. Давайте просканим еще раз. Может, что-нибудь все-таки найдем. В принципе, мы летели же вот откуда-то отсюда, да? Убежище. И торговый пункт. Кстати, убежище. Это ли не то, что нам надо? Или нет, мы только что были в убежище, да? Ну, давайте, в принципе, попробуем. Может быть, убежище это как раз то, что нам надо. Попробуем, может, сохраниться просто здесь. Так, давайте подойдем. Да. Что-то не помогло, да? Уровни температуры стабилизируются. Ваш звездолет, да, это понятно. Но базу-то я не могу своей сделать. Полетели дальше тогда. Наверное. Торговый пункт нам не нужен. Нам торговать нечем. Может быть, мне сама игра просто не дает базу найти. Давай здесь сядем. Граната, понятно. Нет у меня галактической карты здесь, ё-моё. Наверное, зря я начинал новую игру, надо было продолжить сохранение. Так, плутоний, тамий. Ну, давай плутоний скинем на корабль и осколок. Баллон, это хорошо. Куб мы скинем на корабль. И баллон опять. Баллон, это хорошо. А мы им не можем объединять? Нет? Ну ладно, не можем. Так, давайте войдем теперь вот сюда. Где вход? Хозяева, вы где? Вот, вход. Привет. Мне надо что-то скинуть опять же. Электронная форма жизни выглядит возбужденно. Возможно, она испытывает боль. Ее тело гудит, а между маской и плечами то и дело проскакивают электрические разряды. Она дергается и трясется. Ей нужна помощь. Она протягивает мне руку, как для рукопожатия. Я инстинктивно протягиваю руку вперед, но здравый смысл меня останавливает. Пожать руку, здоровье один.
отдернуть руку. Что значит здоровье один? Давай. Форма жизни выбрасывает энергию перегрузки. Боль невыносима. И теперь мы от токсинов получили защиту, да? Ну, это неплохо. Так, что еще тут есть? Да, в принципе, ничего, наверное, да? Мы помогаем Корваксам, вот, блин. Нам бы еще базу найти, и... но вообще будет все замечательно. Наверное, давайте свалим с этой планеты, я думаю. Хотя она мне нравилась. Ты кто такой? Мы такого не видели. А, у меня и визора еще и нет, к тому же. Как без визора-то быть? Железо надо. Ну ладно, будем пока без визора. Топливо, ускоритель опять. Гребаный плутоний. Полетели. Куда нам надо? Куда-то наверх. Так, галактическая карта. Нашел я ее, наконец-то. F выбрать. Выбрать. Полученные координаты орбитальной станции. Мы получили какие-то координаты. Стоп, давайте найдем ее. Орбитальная станция, это вот это мы нашли, наверное. Координаты. Ой-ой-ой, там грузовые корабли. Это опасно. Давайте железо себе настреляем, пока мы здесь. Так, таймера не хватает, да? А тут у нас все должно хватать, да? Да. Вот так вот. Так что нам делать-то в итоге? Еще дырки, как за костюм. Ну, это как за костюм у нас и был, по-моему. Что не так? Установить технологию. Так, ну вот расщепитель, алюминий, геридий, да? Фокусировка. Ну да, понятно. Интересно. Также мы можем на корабль на наш, да, поставить что-то. Ну это понятно. У нас нету таких ресурсов пока что. Улучшенные, улучшенные. Они одинаковые, что ли? Титан, цинк, геридий. Нет, разные. Ну да ладно. Так, давайте прыгнем.
дальше. По пути Атласа, наверное. Путь к Атласу мы же ищем. Или нет? В принципе, нет. У нас же свободное исследование, да? Давайте найдем какую-нибудь звезду. Ну, вот эту, например. Варп невозможен, да? Понятно, обидно. Путь к центру галактики. Давайте тогда. Но. И... Это я сейчас здесь. Понятно. Повернуть. Так, тырынь-тырынь. Путь к центру галактики. Свободное исследование. К Атласу. Давайте к центру галактики тогда уж. Нам надо. Получается. Или как? Или к Атласу все-таки. Прыгнем мы туда, это понятно. Выходи отсюда. Нам надо зарядить же наш двигатель. Технология заряжена. И теперь мы можем прыгать. Опять не понимаю. Да как так-то? Путь к центру нет. Мы же летели к интерфейсу Атласа. Вот так вот прыгай. Ну, вроде бы и планета ничего, да? И кораблики он летают неплохие. Что ж, полетели на эту планету, наверное. Аганея. Да, Аганея, наверное, или как? Как правильно, не знаю. Наверное, долетим, высадимся и на этом будем заканчивать эту серию. И я уже постараюсь в одного ее облететь и найти базу, если можно. Здесь поселиться, конечно же. Сейчас давайте посмотрим, что у нас тут. Нет, у нас тут просто какая-то фигня обнаружилась. На этом, я думаю, будем заканчивать эту серию. Следующую серию уже постараюсь начать с того, что я найду начальную точку для нашей базы. Спасибо, что провели это время в моей компании. Надеюсь, вам понравилось. Буду очень благодарен, если вы подпишетесь на канал. Также лайкните и поделитесь этим видео. Также вступаем в группы ВКонтакте, Фейсбука, Одноклассники, ссылки на которые вы найдете под этим видео. Также от себя поздравляю всех с наступающим Новым годом. Желаю счастья, здоровья в новом году. И, конечно же, играть только в хорошие, качественные игры.
Всем пока. С Новым годом.